Да, возможно, я безумный путешественник, но тому есть причина. Легенда Кавказа гласит о древнем амулете, надежно спрятанном в золотых сокровищах. Возьмем золотишко и уйдем за кордон. Собирай отряд, срочно в погоню, догнать немедленно! Когда имя его звучит, банкиры портки меняют. На все воля Аллаха. Не только случайные люди встречались на моем пути. Разные препятствия, разумеется, меня поджидали повсюду. Я боевой красный командир. Меня партия послала сражаться с врагами молодой Советской Республики, а не за бандитами гоняться. Горькая неожиданность может подкраться мгновенно. А вот скажи мне, Магометанин, а почему ваши порося не едят? Сердце мое украло. Но и помощь, как оказывается, является своевременно. Сонова печь. Свой нож брось сейчас. Противостояние между белыми и красными вносило непредсказуемую смуту в мои планы. Россия жива! Вы, батюшка, не пылите. Алан и белогвардеец теперь в одной банде. Он сознался, где спрятал сокровища. Зачем? Сволочь армейская. Но красные ищут не в том месте. Хватит воевать. Я нашла свой амулет. И это больше, чем сокровища.